До 18 ноября должны решить вопрос о переселении жильцов дома на проспекте Ленина, 27 в Якутске. Сегодня глава Якутии Егор Борисов встретился с представителями республиканских и муниципальных ведомств, курирующих этот вопрос. Он дал ряд поручений, в том числе в течение 3 месяцев найти застройщика, который начнет строительство административного здания на месте дома, а также предоставить жильцам, потерявшим единственное жилье, равноценные квартиры в черте города. Напомним, 24 июля на стене дома по адресу проспект Ленина, 27, появилась трещина, что вызвало угрозу обрушения здания. Всех жильцов в считанные минуты эвакуировали. Более 50 человек остались без крыши над головой. Егор Борисов взял ситуацию под личный контроль. В первую очередь жилье получат нуждающиеся, так, а уже остальные, как по закону, это их собственность. У них будет, значит, долевая собственность на землю, которая будет являться источником для компенсации или инвестиций в новое строительство. Земельный участок уже можно будет непосредственно использовать под коммерческие цели для того, чтобы собственники этих квартир могли, имея долю земельного участка, компенсировать те убытки, которые у них в результате будут.